Всем привет и добро пожаловать ко мне в гости. Этот влог начинаю с выезда на море. Андрюшка на пляж взял как раз сумку, которую я шила. Удобно, Андрей? Да. Да. Ему понравилась эта сумка. Он туда свои вещи сложил, все, что себе взял к морю и несет. Сейчас раннее утро, 7:50, людей мало, хотя вот уже идут. И мы как раз и запарковались удачно, идем на пляж через парк. И мы снова приехали в Зеленоградск. Зачастили мы именно сюда выезжать на пляж. Обычно мы всегда в Янтарный катались, но устали. Далековато. Там, правда, пляж лучше и поплавать можно. В Зеленоградске тоже есть, где можно поплавать, но в такое время, летом, с туристами, очень много людей, поэтому мы больше так посидеть, полежать, позагорать, подышать морем. Идем на необустроенные пляжи, но там тоже много людей. Но все же поменьше. Сейчас как раз через парк проходим. Красиво, с утра тихо. Птички щебечут. Красота. Ты хочешь что-то сказать? Я смущен и скован одновременно. Смущен и скован. Какая-то тропинка. Фу! И комарьё. Именно здесь. Возле воды нет их? Стой, на зойле. Что это такое? Что? О, это шмель. Шмелек сидит. Большой полосатый мух. Большой полосатый мух. А у нас тут интересное движение. Вроде как это... Аккуратно смотри слева, Андрейка. И справа. Тут активная велозона. Даже есть светофор. Во! Теперь мы переходим в велозону. Вот так. Конечно, мусор. Вот такое тоже есть. Хотя в целом в Калининграде и возле моря чисто. Но не идеально. Мы идем вот туда, вглубь. Здесь как раз пляж оборудованный, вот если подняться и спуститься. Ну, там будет очень много людей, буквально через час. Мы возвращаемся. Миша предложил подняться и показать вам этот самый пляж. И, глядишь, мы еще вдруг решим далеко не ходить сегодня. Так что меняем наш маршрут вот так по ходу. Ой, вот здесь на солнышке прям классно. Видите, как... Как будто где-то в Греции, как будто с горы спускаемся. Ну, в принципе, такой холмик. Что-то мне уже не хочется никуда идти. Можно вот тут потусить сегодня. Посмотрели, вам показали, да, Миша, и решили, что мы тут не будем останавливаться. Пляжа почти нет. Побойки близко. И уже люди скапливаются, так что пойдем чуть дальше. Это надо пройти где-то километр, может, полтора. Да, голубь. Но зато получше местечко. А? 500? О, да. Это мне так кажется, что мы будем идти. Мимикрирует под эту, ну, под деревянный настил. На него наступить могут. Дорога на наш пляж ведет через скверик по деревянной тропинке. Правда, здесь рядом кладбище. Зато так тихо, уютно, лавочки вокруг. Вот и наш пляж, куда мы пришли. Там наверху кто-то с палатками.
Да, мы вот приезжали неделю назад, они тут были. И эти же палатки сейчас. И вот здесь вообще пока никого. Но буквально через 2 часа здесь тоже будет много людей. Но зато можно сейчас помедитировать, посмотреть на море, спокойно отдохнуть. Вода прозрачная, много водорослей, и она холодная, вот просто, по мне, так она даже ледяная. Но она здесь быстро сейчас нагреется у берега, в принципе, плескаться нормально, детям так вообще нормально. И взрослые купаются, плавают точнее. Кому как, это по ощущениям очень индивидуально, кому-то это теплая, хорошая водичка. Я люблю теплую от плюс 24 и выше. Мне лучше 27-28. Вот это моя среда. В принципе, я вот сейчас зашла. Ножки бултыхаю. Нормально так освежиться. То, что надо. А мы как раз вот там были. Выходили. И потом вдоль берега, только в зоне сквера парка, по тропинке шли. Конечно, воздух потрясающий. Ой, я морщусь, потому что солнышко прям светит в глаза. Аромат морской бриз. С одной стороны морской бриз, с другой стороны парк. Такая лесопарковая зона с цветущими. Конечно, воздух здесь, ну просто вот приехать, подышать этим воздухом, это уже многое. Классно. Еще и на горячем песочке погреться. Мне сначала показалось, что это водоросли, но это не водоросли, это, видимо, такая земля, потому что я вот сейчас чуть подальше от берега отошла, и здесь остатки деревьев. Здесь когда-то, видимо, была лесополоса, а теперь это зона воды. Вот так интересно исследовать побережье. О, самолетик! Еще тут мелкие рыбки плавают. Сейчас они, конечно, вот они есть, плывут. Ну, кстати, я тут пока ходила, бродила по воде, ноги уже к воде, к температуре привыкли. В принципе, нормально. Особенно если жарко, освежиться, все хорошо. С водой все хорошо. Просто я люблю теплую воду. Ну и это как вариант отлично. Мне очень нравится такой какой-то вот узор получается вместе с камушками. Красота. Покинули пляж, решили дойти до выпечки свежей купить с кофейком. Андрюшке какао. Сейчас идем в пешей зоне. Так хорошо тут. Андрюшка устал уже.
Мы еще немного прошлись по городу, пока двигались в сторону парковки. Ну а далее уже вернулись в Калининград и заехали пообедать в ресторанчик. Разместились мы на открытой террасе, пока ожидали свой заказ. Андрюшка погрузился в телефон, я его снимала. Он прятал телефон, чтобы не показать, во что он там играет. Мы с Мишей себе заказали литовский холодный борщ, в такую жару он то, что надо, и еще запеканку из рыбы и овощей. А вот Андрюша заказал себе стейк. В общем, хорошо посидели, вкусно поели и уже вернулись домой. Девочки, спешу с вами поделиться крутым открытием, которое я совершила примерно года полтора назад. И на сегодня это, можно сказать, мой must-have, особенно на летний период. Итак, ночная маска от Alex Skin. Если помните, я давно вам показывала от этого бренда маски ночная, дневная. Там они были в баночках. Такая была синяя баночка. Так вот, они очень круто выстрелили на маркетплейсах, хорошие отзывы, и эти маски стали бестселлером. Но потом они пропали примерно на год. И вот сейчас они снова в продаже, только теперь в обновленной версии. Это гораздо удобнее и лучше, и выгоднее, потому что, ну, во-первых, объем стал больше. Во-вторых, чисто визуально тюбик, который везде хорошо впишется, и на туалетном столике, и в ванной комнате. Плюс он удобней, компактней, можно с собой брать в дорогу, в путешествие. И меньше контакта с пальцами, то есть меньше туда будут попадать какие-то бактерии, влага, в общем, удобнее пользоваться. Чем так хороша эта маска? Во-первых, она, знаете, для ленивых. Нанес на ночь и забыл до утра. Она не смывается. Точнее, у нее два варианта нанесения. Тонким слоем наносите и не смываете, либо толстым слоем на 20-30 минут, и потом уже смываете обычной теплой водой и дальше обычный уход. Я эту маску использую тонким слоем, не смывая, вот просто беру на ночь. Более того, я ее использую и не только на ночь, а сразу после того, как мы приезжаем, возвращаемся с пляжа. Эта масочка, вот сос для кожи после принятия солнечных ванн, потому что здесь уникальный состав. При этом цена этого продукта очень доступная, очень привлекательная. А по качеству, по составу не уступает люксовым уходовым средствам. Эта маска отлично помогает успокоить и восстановить кожу после загара, снять покраснение, если сгорели. А все за счет таких компонентов в составе, как пантенол, алоэ вера, биотин, сквалан, экстракт моркови, протеин овса, сои, пшеницы, масло ши, неоцинамид. Обязательно берите с собой в отпуск. И аромат приятный, и текстура, и хорошо наносится, ничего там не липнет, не стягивает. Кожа после этой маски такая нежная, разглаженная, сияющая, очень комфортное состояние. Как будто вы вот встали, что-то там с лицом поделали, нанесли какую-то маску, только утром на это очень много времени тратится, а эта маска решает эти все задачи. Вечером нанесли, все, утром не надо тратить время на какие-то восстановительные процедуры. У вас уже лицо в отличном состоянии, девчонки, вот правда. Берите, пока они есть в наличии. Я, естественно, ссылочку оставлю вам в описании. У этой маски топовый, крутой состав, более 20 активных компонентов. И сейчас на нее очень приятная цена со скидкой. А еще, если у вас есть воспалительные процессы на лице, то эта маска тоже вам поможет, потому что в составе средства, которые заживляют прыщички, убирают вот эти все последствия, выравнивают тон кожи, рельеф кожи. Так что берите себе обязательно на заметку. Если сейчас вам не актуально, то сохраняйте, может быть, добавляйте где-то в избранное, чтобы не потерять, а вдруг потом понадобится, и вы ее быстренько найдете. И снова рубрика «Закупка продуктов на рынке». Уже много раз рассказывала, у нас там самые свежие фрукты, ягоды, овощи и большой ассортимент, фермерская продукция, рыба, мясо, птицы, сыр, молочка. Короче, если будете в Калининграде, центральный рынок, и вы там столько всего найдете. Что в этот раз купили? Конечно же, наши любимые желатинки, всего две пачки, вот такие лягушата.
Потом на развес приправы это гвоздика, 100 рублей такой пакетик, и молотый чеснок. Он у меня очень быстро уходит, я его и в суп, и в горячее, ну, частенько везде добавляю. Соусы, если какие-то делаю. И вы знаете, мне больше нравится вот такой формат чеснока, хотя также я использую и обычный чеснок, особенно когда котлеты, там только натуральный чеснок. Так, что дальше? Это сыр президент и вот такой. Где-то 450-470 стоит такой сыр. Это кусочек король Артур. Кстати, мы раньше гораздо больше брали сыров, если вспомните. Решили сделать паузу, что-то мы ими объелись, поэтому в этот раз очень скромно. Причем вот этот сыр король Артур просили мальчики, они его очень любят. Икра красная, это чавыча. Здесь полкилограмма 4000. Дальше наши любимые сухофрукты. Манго, две пачки, 450, по-моему, да, такая пачка. И, ой, маракуйя, маракуйя, а это манго. Да, очень нравится, берем. Сыр брынза, это вот как раз фермерское хозяйство. Если помните, я уже показывала не раз брынзу, озвучивала, что мы берем не соленую, но в этот раз взяли чуть-чуть солью, она там практически не чувствуется, но добавляет какую-то такую изюминку. И мне такой вариант понравился больше. В общем, слабосоленая, можно это так назвать. Ну, прям сильно слабосоленая, или как это? Слабо-слабосоленая, вот. Наверное, так будет уместно. Только-только вот переложила из пакета, ну, буду как раз нарезать, и потом в этой плошке и останется. Из сладостей еще вот такие сухарики брали, тоже очень нравится. Это с миндалем, это с кусочками шоколада. Томаты такие увесистые. Пакетик молодой местной картошечки. Репчатый лук, кстати, спрашивали, почему всегда так мало. Он у нас портится, поэтому лучше свежий купить. Да и мы не любители, чтобы в блюдо класть много лука. Так что нам хватает. Потом вот такие баклажаны нашла. Длинные и тоненькие. Буду вот прям так запекать. Ну, то есть пополам, скорее всего, разрежу. Буду запекать в духовке. Голубика. Наконец-то цена снизилась. И теперь 1000 рублей, а не 2000, как раньше. Так что лукошка. За голубикой спрятались два пучка зелени, петрушка, укроп. Это буквально на раз. Как раз варила картошку молодую. И вот сейчас вымою хорошенько, нарежу и добавлю к картофелю. Нашла вот такие маленькие-маленькие шампиньоны, которые даже, ну то есть смотря на что, можно нарезать, конечно, кусочками, но я именно искала небольшие, чтобы не резать, а прям вот целенькие потушить в каком-нибудь сливочном соусе. Ой, сейчас говорю, уже слюнки текут. Молодая небольшая капуста. Далее несквик мальчишкам. Три пачки наш любимец кофе Эфиопия, 100% арабика, Далмайр. Очень нравится. Кстати, какао стоит 300 рублей, вот такая пачка, 400 грамм. А кофе 850. Далее, вот такой соус. Люблю мариновать мясо или в горячее добавлять чили манго. Обалденный, обалденный соус. Потом 4 одинаковые баночки лечо с шампиньонами. Я случайно открыла этот продукт. Лечо с шампиньонами или там какое-то еще лечо я брала других брендов, и мне не понравилось. Но именно вот это, возможно, у вас нет, я не знаю. Вообще это производство Польша, но при этом калининградская фирма уполномоченная, в общем, они продают у нас. Называется именно лечо с шампиньонами. Там кусочки овощей, и оно такое вкусное, хоть вот так на хлеб, но я беру именно для готовки. И зажарку вместо томатной пасты, томатов, я вот это лечо с шампиньонами делаю, зажарку и для борща. Классно. Любое, в общем, горячее с мясом, где планирую добавлять что-то томатное, я добавляю вот это вот лечо с шампиньонами. Это просто улет. Особенно нравится блюдо вот овощное рагу с шампиньонами, плюс добавляю туда лечо. Либо также еще мясо могу добавить. Короче, это прям... Ай, купила сразу 4 баночки на
Запас, причем на готовку, на одно блюдо мне хватает полбанки. То есть, по сути, вот такая баночка, это на две готовки. Вспомнила сейчас, что не все продукты выложила, точнее, в прихожей осталось на тумбе. Это лаваш из Тоне. Причем, когда мы его покупали, он был такой горяченький, очень вкусный, тоже у нас на рынке делают, если вот кто приедет в гости, попробуйте в молочном павильоне, там очень классный и самса, и хачапури, чего там только нет, и все такое свеженькое, вкусное, обалденное, и вот эти вот лепешки. Очень нам нравится как? Вот эту лепешку с нарезанными помидорчиками, только их еще присолить, и брынза. И последнее из покупок – это рыба-семга. Купила два стейка отдельно, возможно, в аэрогриле сегодня сделаем, там очень быстро. И потом один кусочек на засолку. Я попросила сразу мне разделить на филе, и вот все, что там внутри осталось, они упаковывают. Я думаю, что как раз она такой рыбный супчик. Рыбу я уже разобрала на части. Два стейка, про которые говорила, что хочу сегодня в аэрогриле приготовить, приготовлю уже завтра. Мы так с Мишей посовещались. Есть, что сегодня доесть из холодильника. А это уберу вот как раз тарелочки. Может быть, даже на ночь замариную и уже завтра приготовлю. Потом эта часть в зип, ну, короче, в пакете сейчас уйдет в заморозку. Это все на суп рыбный. Я еще кусочки от филе отрезала, ну, которые тоненькие такие. Вот они. И как раз, думаю, получился хороший суповой набор. А два кусочка филе, такие аккуратненькие, уже выложила в емкость. Буду в ней солить. Приготовила лавровый лист. Я добавляю, кто-то не добавляет. Это мой рецепт. Нам нравится с Мишей, как получается, поэтому я готовлю. Вообще солю я на глаз. Четкого рецепта дать вам не могу. На вот этот объем рыбы я беру где-то 1,5 столовые ложки соли, именно морской соли. Но вообще я покупаю только морскую йодированную соль. И добавила чайную ложку сахара. Также еще сюда добавила молотый черный перец и молотый чеснок, совсем чуть-чуть. Естественно, все это перемешиваю и буду сейчас посыпать с двух сторон. Причем с той стороны, где чешуя, я тоже присыпаю солью. Ну, мало ли что, соль все-таки хорошенечко все убивает. Вот. Ну, конечно, я сейчас уберу камеру из рук и уже двумя руками нормально все это сделаю. И сверху просто для аромата кладу лавровый лист. Естественно, все это накрою на 2 суток в холодильник. Я примерно 2 суток в холодильнике выдерживаю. Потом я достаю рыбу и все, что вот на ней, я споласкиваю под фильтрованной водой. Да, я ее после засолки споласкиваю. Потом, конечно же, насухо бумажными полотенцами протираю. И вот если немного рыбы, нарезаю, выкладываю в емкость. Если, допустим, больше беру рыбы, то часть рыбы заворачиваю в тряпочку чистую, естественно, хбшную. Вот у меня кусочки нарезанных старых футболок, тоже иногда спрашивают, зачем. Кстати, для рыбы тоже их использую. Покажу еще немного урожая. Это уже наше местное, свое домашнее. Нас угостила моя мама. Это все с дачи. Они сами выращивают, в общем, черная смородина целая, огромная, лукошка. Промою и заморожу на компоты. Я в основном из черной смородины делаю компот, варю компоты мальчишкам, мы иногда тоже пьем, причем даже с вот этой штучкой, с этой зеленью. Оно добавляет витаминчики, мне так думается, да банально мне лень обрывать, да, и я не вижу в этом смысла, компот нормальный, все равно компот потом я процеживаю. Вот, и как раз сейчас поставила воду на огонь, хочу сварить компотик, остальное в заморозку. Потом целый пакет огурцов, посмотрите сколько, кстати, огурцы какие красивые, вообще не горькие. Обычно у мамы были горькие огурцы, я не очень любила, когда она предлагала, давайте мы вам огурцы дадим, я такая, ой, нет, спасибо. Они у них были в виде кабачков, такие, знаете, пузатые огурцы, и горчили, поэтому я не соглашалась. А в этот раз огурчики, как с картинки, и узенькие такие, и твердые,
и сладкие, и не горькие. И мы сейчас этими огурцами просто объедаемся. Очень вкусно. Так, листовой салат это не мамин, это просто я купила, сюда засунула в пакет. Надо сейчас обработать, помыть. Мальчишки просили сделать домашний дёнер из лаваша. И там как раз курицу отваривала. Так что сейчас с этой зеленью. А тут у нас 4 кабачка. Тоже мамины кабачки. Значит, один кабачок хочу пустить, сделать вафли кабачковые. Я уже, по-моему, как-то показывала. И один кабачок у меня пойдет на заморозку. Я его нарежу кусочками, потом в овощной рагу. О, как цвет поменялся. Камера сфокусировалась, перестроились на эти цветовые настройки. Классно. Короче, один кабачок нарежу сразу в заморозку. А не, наверное, я даже 2 кабачка нарежу и в заморозку. Один кабачок пойдет на вафельки, а один кабачок вот в ближайшее время сделаю очередное овощное рагу. Или хочу просто нарезать кружочками и вот с баклажанами, которые я, не знаю, в этом видео или в другом, показывала в покупках, просто буду запекать на противне в этой, в духовке. Вот. Классно, конечно, свой такой, своя местная продукция, свои местные овощи, ягоды, фрукты. Но огурцы, ну просто, просто суперские. Прям классно. У меня уже закипела вода. На фоне шумит вытяжка, а я уже приготовила ягоды и фрукты для компота. Смородины беру сейчас не так много, потому что у меня здесь получилась целая тарелка. Нарезала грушу одну, она не очень сладкая, в общем, мы как-то неудачно ее купили. И я решила, одну грушу пущу на компот, а еще 3 груши сделаю пирог какой-нибудь. Потом вам покажу рецепт. Потом здесь вишня, это из морозилки я достала. И немного, видите, ну там на дне, в общем, облепиха, тоже мороженое. Так что из вот этого я буду варить компот: смородина, вишня, облепиха, груша. Также я в компотик добавляю бадьян, бадьян, угу. И немного гвоздики. Получается очень вкусно. Ну и, конечно же, сахар. Так, а здесь у меня смородина сушится, часть я уже выложила, часть еще вот там в этом, в раковине. Для сушки ягод у меня отдельные полотенца, там 2-3 штучки. И если остаются какие-то пятна, я отдельно не заморачиваюсь, я их специально не вывожу. То есть просто стираю полотенце, и если пятна остались, ну и ладно, потому что они мне предназначены именно для ягод. Так, конечно, очень красиво смотрится. Даже где-то листики, вообще листья черной смородины тоже очень полезны, насколько я слышала и помню. По-моему, даже от температуры заваривали. Или что-то такое. Может, я сейчас уже путаю с чем-то. Но помню, что-то лист черной смородины для чего-то. Поэтому решила, я не буду вытаскивать. Компот варить с этим то, что надо. Так, ладно. Буду закладывать ягоды в компотик. И вот эти специи. У нас уже вечер. Запустила сейчас посудомойку. Разложила небольшие заготовки по пакетам. Вот тот самый кабачок. В одном пакете один кабачок, в другом другой. Нарезала вот такими кусочками. Потом черную смородину сложила в один огромный пакет. У меня маленькие пакеты закончились, только большие остались. Я поэтому смородину не стала разделять, а в один сложила. Сейчас отправлю вот это в морозилку. А здесь у меня укроп и петрушка. Пучок. Сегодня как-то без этого обошлось. Нарезала уже. Завтра, может быть, буду делать салатик. И как раз уже будет такая заготовка. Намыла черешню. Убрали уже на ночь в холодильник, чтобы от жары не портилось. И в этих, в банках разлила компот. Кстати, компот получился обалденный. Я еще хочу показать вам очень классную книгу. Может быть, возьмете себе на заметку для детей. «Математическая смекалка». Автор вот
так выглядит. Можно поискать на любом маркетплейсе, в книжном. Это Миша эту книгу купил для мальчиков. Ну вот сейчас Андрюшка ей очень сильно увлекся. Тут очень классные задачи, интересные. Такие простые, но не сразу включается мозг. И, признаюсь, вот нам Андрюша ходит, закадывает. Я и так, и сяк. Что-то, да, быстренько, а что-то... При этом потом решение оказывается достаточно простое. И вот я сейчас как раз нарезала, пока Андрей ходил, мне тут загадывал. Там надо было из карандашей или спичек, в общем, из каких-то палочек решение, варианты решения делать. В общем, такой формат. Сейчас встану, покажу. Книга толстенная. Причем у нее есть своя закладка. Интересная. Я про нее ничего не знала. Это смешанные подачи. Он про нее как-то узнал или знал. В общем, сказал, говорит, классная книга. Надо мальчикам, пусть развивают логику, математику. Но она такая именно как для внеклассной работы. Больше, наверное, как развлекательный момент. Ну и плюс познавательная, безусловно. Так что, может быть, возьмете себе тоже на заметку. Так называется математическая смекалка. Все, я уже чувствую, я устала. У нас на часах 22:54. Кто-то, может быть, в это время уже спит или вот-вот ложится. А у нас только вечер переходит в какой-то такой режим подготовки ко сну. То есть я вот сейчас все закончила, вот у меня эти заготовки лежат, сейчас отправлю их в посудомойку. И все. Ой, и на этом буду с вами прощаться. Пойду в ванную комнату, делать масочки. Буду потом смотреть сериал с Мишей какой-нибудь сегодня. И буду ждать вас снова к себе в гости, конечно же, буду ждать от вас еще поддержку. Иди пальчика вверх, лайк этому видео. А вам хочу пожелать приятных эмоций, пусть у вас все получится. И до новых встреч. Всем пока.